Всем привет, друзья! Вы на канале «С миру по пиву». Приветствую вас в недрах секретной лаборатории изучения пива. И сегодня у нас с Ипполитом Матвеевичем Воробьяниновым, пивным алкоголиком, адмиралом, будет долгожданный многими обзор пива, которое продается в наших магазинах и отлично подойдет для употребления в жаркую летнюю погоду. Мы, конечно, понимаем, что хорошим пивом, например, от МПК, Хамовники Пильзенского, или там Жигули Амбарная, или Рижский Матвеевича вас уже не удивить, поэтому немного соригинальничали. Что приятно, в нашем рейтинге сегодня будет представлено всего одно импортное пиво. Привет всем бесконечно плачущим о том, что пива в России нет. Ну и два пива будет от одной пивоварни. Российской. Это своего рода аванс весьма интересной, стремительно развивающейся пивоварни. Дай гамбринус, чтобы вкус ароматика их пивцеринов не испортилась. Итак, рейтинг будет выстроен согласно увеличению процентов алкоголя. Места мы совершенно не расставляем, то есть все это пиво вкусное, без исключения мы его покупаем и с удовольствием всахачиваем. Вот, ну лучше вы выбирайте сами, пишите комментарии, как вообще отнесетесь к нашему рейтингу топ-5 летних пивцеринов, по мнению канала «С миру по пиву» Романа Ипполита Матвеевича в одном лице. Ну и, собственно, может быть, у вас есть какие-то дополнения, пишите обязательно в комментариях. Поехали! Итак, первое пиво у нас будет «Безумный шляпник» от пивоварни «Таркас». Впервые довелось попробовать это пиво весной, и сразу же стало ясно, что это прекрасная вещь, будет ну чудо как хороша для летней жары. Аромат очень интересный, цитрусово-травянистый, прослеживаются какие-то лесные, может быть, горные травы. Показалось, что этот аромат чем-то похож на аромат их Блонд Эля из красно-белого реабилитационного центра. Правда, менее насыщенный. Вкус просто изумительный, легкий, искрящийся. Солодовая сладость с цитрусовой цедрой и вот этим эфирным букетом из аромата. Пить такую легкую искрящуюся вкусноту летом, на наш взгляд, просто идеально. Купить можно в Перекрестке, Магнуме, а также в различных других пивмаркетах. Вот только есть проблема, не везде и не всегда оно продается. Вот у нас в уездном городе Бесов купить безумного шляпника сейчас очень-очень сложно. Если где-то мы его увидим, мы, я думаю, заберем его все, потому как замечательный пивцерин. Так, поставим мы безумного шляпника пока сюда. Ну и переходим ко второму пивцерину. Это у нас будет Афанасий Ремесленная. Давненько уже с отцом пивной демократии всей Руси покупаем этот пивцерин. И он всегда радует нас двумя вещами. Ну, во-первых, своей вкусоароматикой, а во-вторых, литровой стеклянной бутылкой с бугельной пробкой, которую мы потом используем в своем домашнем пивоварении в секретной лаборатории. Аромат очень приятный, солодовый, с нотками хмеля и чуть-чуть абрикосовых тонов чувствуется в нем. Во вкусе немного дрожжей, белый хлеб и солодовая сладость, переплетающаяся с хмелевой горчинкой, уходящий в цитрусово-абрикосовое, такое приятное, чуть горьковатое послевкусие для лета, ну просто отличная содержательная вещь. Купить можно в Перекрестке, Верном, мы его называем Скверный, Пивко, гипермаркет Магнит, а также в разных пивмаркетах. Хороший пивцерин. Дальше у нас идет замечательный пивцерин. Бруклин АПА или Бруклин АПА. Не перестают удивлять люди, утверждающие, что на Балтике варить пиво не умеют. Да еще как умеют. И вот этот хорошо охмеленный эль, сваренный по лицензии, отличное тому подтверждение. В аромате приятный цитрусовый джем с таким ярким, преобладающим мандарином. Вкус сладковатый, солодовый. Легкий, приятный, питкий, в послевкусии немного цитрусовых нот, чуть заметная хмелевая горечь и цветочные оттенки. Вот это действительно хорошо охмеленный американский эль, который отлично подойдет для жаркой летней погоды. Но есть и грустная новость. Все, что сейчас продается, это остатки. Лицензия, выданная Балтике, говорят, на текущий момент закончилась. И вот последние банки с пивом
которые нам удалось встретить, они от февраля 2023 года. И эта варка, пожалуй, вот она самая лучшая, обалденная просто. Очень жаль. Однако этого пива еще много в магазинах шаговой доступности. Вот от Магнита до Пятерочки с Бристолем. По акции можно за 49 рублей урвать. Поэтому, ну вот, мы это с Ипполитом Матвеевичем успеваем. Закупаемся, так сказать. Ну и вот у нас единственный представитель импортного пива в нашем рейтинге. У многих оно вызвало противоречивые чувства, однако у нас с Ипполитом Матвеевичем в Верхотурье, когда вот мы там отдыхали, такой мини-отпуск у нас был на недельку, до второго уехали мы не в Комарово, а в Верхотурье, оно просто лилось рекой. Единственный красно-белый реабилитационный центр Верхотурья был просто опустошен. Все это пиво мы оттуда выгребли. Значит, в приятном аромате прослеживается нотка гвоздики, а также фрукты, где отчетливо выделяется абрикос. Вкус приятный, с такой же ноткой гвоздики, абрикосом и чуть вяжущим аккуратным хмельком в послевкусии. Никаких обещанных вот маркетологами тропиков и хвойности здесь в помине нет. Банан, ну, обещали они вроде бы какой-то там банан, но возможно есть его легкий оттенок. Тем не менее, вот выглядит все это весьма прилично и вот с огромным удовольствием всахачивается бокал за бокалом. Опасная вещь, пьется хорошо и потом так коварно к тебе эти обезьяны приходят. Да, продаются обезьяны только в КБ, друзья мои. Больше их нигде вы не встретите. Hop Rider Summer Ale. Ну и завершает наш обзор чешский пилснер от воронежской пивоварни Таркас, который продается в красно-белых реабилитационных центрах по 79 рублей. К огромному нашему и большинства любителей пива, вкусного пива, сотрудничество Таркаса с КБ прекращено. Но в различных красно-белых реабилитационных центрах еще можно затариться остатками этого вот добротного пивцерина в чешском стиле, в который не пожалели хмель. Аромат раскрывается постепенно, чувствуется приятный травянисто-цветочный хмель, вкус солодовый, насыщенный, плотный, с мощной хмелевой горечью в травянисто-цветочном послевкусии. При этом горечь эта хмелевая, она мягкая, то есть она не грубая. Классный, приятный, содержательный пилс, а не писал, как это часто у нас бывает. Какое-то пиво мы забыли, друзья мои? Ну, пишите в комментариях об этом обязательно. Согласны вы с нашим выбором 5 лучших пивцеринов или не согласны? Если не согласны, то почему? Предлагайте свои варианты вкусного летнего пива, которое можно купить в магазинах шаговой доступности. Как всегда, всем добра и мира. Спасибо за то, что вы смотрите канал «С миру по пиву». Спасибо, что ставите лайки. Спасибо, что пишите комментарии. Это все бесценно, друзья мои. Крепко жмем руку каждому из вас. Увидимся в недрах секретной лаборатории.